Первый летний месяц уверенно подходит к концу, отдавая бразды правления июлю, но за окном прохладно и дождливо. Казалось бы, самое время вдоволь отлежаться и отоспаться, но это не в правилах тинейджеров-ленинцев. Их активности можно позавидовать. У них лето спортивное, и не только лето, невзирая ни на погодные условия, ни на каникулы. Выбор сделан правильный. Спорт – это модно. Тем более, я очень люблю бассейн, потому что, во-первых, он мне помогает расслабиться, во-вторых, это хороший повод пообщаться с друзьями, найти новых друзей. А за компьютером ты не сможешь найти новых друзей, и ты не сможешь узнать их получше. Ты можешь доказать, что ты сильный, что ты способен на многое. Несмотря на то, что лето и каникулярный период, все равно нужно заниматься спортом, чтобы поддерживать свою форму, и потому что просто мне это нравится. Мне нравится плавать. Главное, чтобы молодежь была занята. Это миссия ежегодного спортивного поединка Ленинского района города, которому, к слову, уже 8 лет. И нельзя не отметить, что спартакиада «Сделай правильный выбор» – единственная в Беларуси. 8-й год подряд на протяжении всего летнего периода, все 3 месяца, проводится 7 видов спорта, соревнования по 7 видам спорта. Сегодня ребята собрались из 14 команд гимназии и школ Ленинского района. Мы открываем мероприятие. Спартакиада «Сделай правильный выбор» – это лишь одна из форм работы в формировании правильного и полезного досуга детей и подростков. Она действенна и долгосрочна. А это значит, что работа в организации отдыха молодежи, как трудных подростков, так и тех, на кого первые должны равняться, идет в правильном направлении. Каждый год по итогам лета получается так, что если у нас совершают правонарушения и преступления, то это именно те подростки, которые не вовлечены ни в какую занятость, либо в трудовую, либо физкультурные какие-то мероприятия. Поэтому спартакиада проводится уже 8-й раз, и за все эти 8 лет еще ни один из подростков, который в ней принимает участие, не были замечены в каких-то противоправных поступках. К участию в спартакиаде было привлечено 10 подростков, которые числятся на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района, и 15, находящихся в социально опасном положении. Норма профилактического учета, она для того и создана, чтобы ребята могли сделать выбор в пользу хорошего поведения и в дальнейшем выбрать свою судьбу. Как и в любом состязании, не обошлось без победителей, награждение которых дипломами, призами, сладкими подарками и сувенирами администрации состоялось после подведения итогов спартакиады.